Доброе утро. Здорово. Подпиши-ка вот тут. А что там? Соцбытсектор. Слушай, там ждет тот человек. Спросит, скажет, что меня сегодня нет. И вообще меня нет. Простите, все понял. Почему же вас нет? Для кого это вас нет? Для нас? Вы думаете, так легко 16 лет называть мальчика своим сыном, вырастить и потом отдать его? Майрануш, я же говорил, не ходи сюда. Послушайте, товарищ, думаете, у него других дел нет? Месяц ходите, пора и честь знать. Вы не кричите, чего вы сердитесь? Мы вам сделали что-нибудь плохое? Это наш ребенок, понимаете? Наш. Родной отец на тебя явился. А где он был раньше? Все эти 16 лет. А то я пропусти, товарищ. Родного отца защищать, оно, конечно, легче. Все вроде правильно, все по закону. А что закон? Его плакать не заставишь. Мы, дорогой товарищ, все-таки не суд и не ЗАГС. Мы архив. И ничего больше. Архив. Вы должны это понять. Приводите жен. Скоро детей будете приводить. Ну, нельзя же так, в конце концов. Я все понимаю, но у меня одна просьба. Очень прошу. Позвольте взглянуть на заявление родного отца. Очень прошу. Товарищ Мартиросян, я не имею права. Вот суд затребует, выдам хоть все документы. Суд, говорите? Суд решит в пользу родного отца. Суд правильно решит. На днях мальчику 16. Паспорт должен получить. Если бы только вы видели его... Пожалуйста, пойдемте. Ну, пойдемте же. Сколько раз повторять? Прошу. Минуточку.
Дядя Гаруш. Да. Дай ключи. Пожалуйста. 210. Спасибо. Номер 73. Входите. Подождите здесь. Курить воспрещается. Верно, все верно. Что мы с женой против этого заявления? Правда, можно бы его спросить. Если ты отец, как ты мог бросить сына и не вспоминать о нем столько лет? Теперь я должен сказать нашему мальчику, что он не родной. Ранить его, изуродовать, разорвать ему сердце. Простите меня, что я так, вы-то тут ни при чем. Страшный вы человек. Что ты натворил? Ну давай, тяни! Давай, еще, еще, выше, 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 тяни, 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 еще, еще! Ну выше, выше! Ты что, уходишь? Нет, я буду любоваться на тебя. Еще, 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 давай, тяни, 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 еще! Слушай, ты человеческий язык понимаешь или нет? Доставай автобус. Доставай, доставай. Сколько дел я могу сделать тут за один раз? Тут и без тебя обойдутся. Чего ты не торчишь? Я организую банкет, а ты займись экскурсиями. Пойми, не успею я никак. Ладно, мне придется, а ты здесь стой столбом. Ровней, ребята, ровней. Вот так. Крепи. Товарищ Абрамян, меня зовут Сирануш. Товарищ Сарабекян вам звонил насчет меня. Вы меня примете? Только не сейчас. Товарищ Абрамян, я прошу, отдайте секретарю. Не успею звонить, я здесь в своей очереди. И вы тоже. Ну, хорошо, мамаша. Значит, в 41-м году твоего мужа взяли на фронт. И что же дальше? А дальше всучили мне ружье и говорят, теперь ты должна за место мужа лес охранять. Но взяла я его, это распроклятое ружье, и стала ходить охранять. А что ж поделаешь, если приказано? Ну, муж-то твой вернулся. Муж мой? Нет, сынок, тот и оно, что не вернулся. Как ушел, будто в воду канул. И черной бумаги мне не прислали. Вот и не знаю, не то плакать, не то не плакать. Да. Ну, а теперь, чего бы ты хотела? Дай мне такую бумагу, чтобы я могла хоть пару копеек получать. А то, знаешь, председатель у нас жмот, разве у него выпросишь? Еще я была у Андраника Пивозяна, он очень большой человек у вас в городе. Это футболист, что ли? Профессор, у нас что ты?
Я персональный пенсионер. Неужели мне ждать? Все ждут, и вы подождете. Ну, хорошо, мать. Хоть какие-нибудь бумаги у тебя есть? Есть, сынок, как-нибудь. Разве можно, чтоб уж никаких не было? Что ты? Ну, а ружье-то в ход пускала, нет? Эх ты, снайпер старый. Извини, пожалуйста. Алло. Хорошо, Степан Артемич. Буквально сию минуту. Я ничем не могу помочь вам. Простите, Армен Бахтельевич, вот списки. А, да. Сидите. Секундочку. Здесь неизвестно для чего. Эти тоже. Цель, я у директора буду. Хорошо. Товарищи, а вы напрасно ждете. Это я вам говорю. Ничего не выйдет. Ну, пожалуйста, я вам в сотый раз повторю. В 30-м году в селе Мурут колхоза еще не было. Так что ни председателем, ни бухгалтером вы там быть не могли. Ничего, ничего. Только время зря теряете. Да, ничего, парень, ты хороший. Выдашь справку. Будет звонок, выдашь. Здравствуйте, товарищ. Вы записывали то, что я говорил? То я могу повторить? Нет, нет, я все записала. Так. Узнаете вы эту папку? Да, узнаю. Вы отдаете себе отчет в том, что вы сделали? Все свободны, товарищи. Сжечь официальную бумагу. Честное слово, прямо конец света. Ну ладно, не распыляйся, не распыляйся. Армен, тот лысый родной отец. Ну и номер ты отмочил. Вы тоже свободны. Под суд отдам. А, ну на серванте, пожалуйста. А, да, мамуля. А что там бабуленька? Он спит, да? Вы людей предупредили, что приема не будет? Ну, что? Что, мамуля? Товарищи, не ждите, сегодня приема не будет. Можно? Можно. Армен Бабкинович, вас там спрашивают. Какое-то письмо хотят вручить. А ты бы сказала, что меня уже уволили. Ой, не могу поверить. А что, Света ушла? Даст ребенку грудь и вернется. Ну, ладно, ладно, пусть войдут. Разрешите? Да, пожалуйста. Ну, что там? От вашего друга, Будагяна. Садитесь, пожалуйста. Разрешите курить? Да, курите. Так, что я могу сделать для вас? Мне нужно поменять фамилию. Нет, ничего проще. Вы хотите замуж? Я и так ношу чужую фамилию. Хочу вернуть свою настоящую. Дело в том, что, кажется, в 40-м или 41-м году мы из Еревана перебрались в Ростов. Ну, а потом была война. Мои мать и отец погибли, насколько я знаю. Да, наверное, погибли. А было мне тогда не больше 3 лет. Так что вполне естественно, своей фамилии я не могла знать. Дальше. Дальше я прошу вас помочь мне найти мою настоящую фамилию. Это возможно. Воспитывали в детдоме? Нет. Так это возможно? Возможно. Из кого состояла ваша семья? Была еще сестра. Кто был ваш отец? Рабочий? Служащий? Не помню. Не знаю. А вы постарайтесь вспомнить. В детской памяти обязательно что-то застревает. Знаете, иногда я себя как будто вижу на руках у человека в военной фуражке. Но отец ли это, не могу поручиться. А чью фамилию вы носите? Скажи, скажи. Ну, чью, чью? Родственник, знакомых? Или вы придумали? И вас удочерили? Да. Чужие? Чужой. Ему я и обязана.
тем, что жива. Подожди, Найд, подожди. Товарищ Абрамян, я в двух словах обрисую ситуацию. Дело в том, что кто спас, как спас, почему спас, сейчас не актуально. Но согласитесь, что носить чужую фамилию, право же, неприятно. Не так ли, а? Позвольте мне быть с вами до конца откровенным. Мне предстоит длительная заграничная командировка. Тут есть свои тонкости, естественно, не хотелось бы лишних затруднений. Ну, а биография жены в таких случаях... Бог его знает, кто он был, этот человек, который ее подобрал. Почему он оказался в тылу врага? Ростов в то время был у немцев, да и видела она его 2 минуты. Вы его жена? Нет, нет еще. Товарищ Абрамян, мы будем вам бесконечно благодарны. Здесь же они, эти чертовы гвозди. Значит, вы не хотите носить фамилию человека, который спас вас. Я так вас понял. Уже час об этом говорил. С утра их ищу. Квартиру надумал ремонтировать. Так что же? Видите ли, я тоже хочу быть с вами совершенно откровенным. Так случилось, что я работаю здесь сегодня последний день. Ну, а если быть до конца откровенным, то скажу, меня уволили. И знаете за что? Ах, боже мой, это совершенно не важно. Ну, для вас я сделаю. Идем. Минуточку, вы меня не помните? Я? Нет, нет, вы. А ведь мы в одной школе учились. Только я был 3 классами старше. Не вспомнили? Не вспомнили. А жаль. Нормальный склочник, вот ты кто. Хлебом тебя не корми, дай сунуться в чужие дела. Сидел бы, не рыпался. Ну, сжег ты бумагу. И что изменилось? М? Свет, что ли, перевернулся? Нет, все на месте. Нет меня здесь. Алло? Асмик? Кофе хочешь? Спасибо, ухожу. Ладно, передам. Передам, передам. Ты еще раз говорил, найди дело, брось глупости. Как крыса бумагу грызешь. Подвези меня, опаздываю. Купил ты ботиночки для ребенка, Асмик спрашивает. Да, да, купил. Скажи, купил, купил. Я еще, может, вернусь. Мальчики, мальчики, постойте минутку. Девушка одна звонит, себя не называет. Кто такая, не знаю. Мальчики, узнайте, что за девушка, чья? Непременно узнаю. А потом мне скажете. Как же, обязательно скажете. Обязательно узнаете и скажете. Карен! Карен! А. Асмик снова звонила. Тебя срочно в больницу вызывают. Ладно. Вот тебе книги, ты просил. Да, слушай, что это за таинственная девушка? Звонит тебе каждый день, а себя не называет. Поехали, доктор Карен, мне некогда. Так что за девушка? Не валяй дурака, не знаешь, как телефоны работают.
Армен, обедать приходи. Не знаю, посмотрим. Поехали. Давай в больницу. Вызывают. А ботиночки? Давай чуть быстрее. Есть, даю. Между прочим, знаешь, тебе жениться надо. Вся дурь вылетит. Заботы начнутся. Жена, дети. С ними ведь на одном обаянии не выйдешь. Их, знаешь, поить, кормить нужно. Вот и займешься делом. Вольная жизнь и печаль обо всем человечестве – это хорошо. Может, и я бы хотел. Но мне есть о ком печалиться. Мои дети, моя жена, мои больные, мои друзья. Видишь, я абсолютно конкретен. Да и лет нам с тобой уже не 17, а у тебя сердце больное. Я тебе как врач говорю. Я буду жить до 105 лет. Сколько? Ни днем меньше. Да? Да. Кстати, я не понял, тебя что, сняли с работы? Нет, перевели в хранилище. Но это временно. До окончания симпозиума. Пригласительные билеты, встречи, проводы, доклады. Все на мне. Лаура, быстро! Иду, иду. Приехал. Попал в аварию. В операционную. Пусть не прощупывает. Я сказал в операционную. Энцефалограмма. Блок. Сердце. Аритмия. Поднимите чуть. Помоги, пожалуйста. Да-да. Давление? Тебе говорят. Давление? Не определяется. Интубация. Камфролобелин. Адреналин. Здесь жена. Сказал ей? Не могу. И это должен я делать. Как больной с пятой? Удовлетворительно. Не стой здесь, иди в кабинет. Я хочу его видеть. Нет, туда нельзя. Я хочу. Я вас не пущу в операционную. Я хочу вам его там смотреть. Я туда никому нельзя. Путаешься под ногами. Я хочу его видеть. Ваш кофе готов? Mm-hmm. Извините. К Рубену идешь, нет? Все так. Все так. Ну что стоишь? Сядь.
Остановите. Где вы живете? Договорите же. Я позвонить должна. Ну все, все. Мне будет больно. Я боюсь. Спокойно? Ну, не, спокойно. Не надо оперировать. Спокойно, спокойно. Ну. Спокойно. Спокойно. Иду же! Минут. Сейчас. В чем дело? Вот принесли. Принимайте подарок. Это туда, наверх, наверх. Мне, увы, таких подарков не делают. Ну-ка, тащите. Ну, давайте. Ну, тащи, 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 тащи. Thank you.
Какой вам? Я вас искал. Вы меня не помните. Мы учились в одной школе. Вспомнили? Помните, толстяк из 9 Б-класса. Вспомнили? Ну-ка, хорошо. Идемте. Идемте. Вы кого-нибудь ждете? Нет, нет. Прекрасно. Если вы не примете мое приглашение, я повернусь и уйду навсегда. Мы больше с вами никогда не встретимся, а ведь это печаль. Да? Улыбаетесь, значит, согласны. Идемте. Да? Куда едем? Улица Весенняя. А где это? Ну, четвертое такси. Четвертый водитель, и каждый спрашивает, где это. Ладно, ладно, не расстраивайся. Как-нибудь довезу. Не такие улицы находили. Хорошо, что мы встретились. А еще не хотела узнавать. Так в школе, по-моему, мы даже ни разу не разговаривали. Я со всякими пятиклашками не знался. А потом, тогда ты не была такой красивой. Я и теперь некрасивая. Ну-ну, говори, говори. А вообще, кто ты такая? Что ты делаешь? Я выхожу замуж. Ага. За отличного парня. Вот это да. А что ж не радуешься? Не радуюсь. Интересно, с чего ты это взял? А у меня сегодня день рождения. О! И родилась я сразу 6-летней. О, ну поздравляю, 6-летней. Как это 6-летней? Ну да, 6-летний. О, 6-летний. Извини меня, пожалуйста, я сегодня немного пьян. А какой ты когда не пьян? Зверь. Не скажете, где улица Весенняя? Что вы? Ах, Весенняя улица. Имеется такая, но в городе Бостоне. В Штатах. Знаете ли, ее называют Spring Garden. Псих какой-то. Такие вещи нужно знать, молодой человек. Да-да, thank you, sit down, good morning. Вы не скажете, где улица Весенняя? Иди ты знаешь куда, своих забот сколько хочешь. Давайте я вас отвезу к телевизионной башне. Такое место лучше не надо. Зелень, деревья, травка весенняя. А? Ты языком-то не мели.
Вези, куда говорят. Целых 2 часа вожу, не могу найти. Какую-то весеннюю хотят. Где она, чтобы ее провалиться? Весенняя? Я знаю, есть лесная, дачная, садовая, речная, майская. Почему остановились? Приехали. Куда приехали? Читай. Что за чертовщина? Верно, весенняя улица. Как на Луне. Черт бы взял эту улицу, откуда она взялась? Эй, постой, куда завез? Как мы отсюда выберемся? Завез и бросил. И поминай, как звали. Почему ты сказала, что родилась в 6 лет? В школе это было известно. Как же ты не знаешь? Молчи, молчи. Я буду тебе гадать. Вот видишь эту линию? Угу. Эту. Вот эту. Вот. Угу. Счастливая семейная жизнь. Деньги из казенного дома. Правильно. Мне как раз недавно повысили зарплату. Ну вот видишь. Что дальше? Выходи замуж. Нет, правда. И знаешь за кого? Как его зовут? Ну, этого с бородою. Ты ему пощечину дала. Арташес. Ага, Арташес. Вот и пользуйся. Чего там? Поезжай за границу, жизнь увидишь, людей, и ты будешь права. Ты будешь совершенно права. А я дам тебе бумагу, что ты не Карапетян, а Погосян. Какая разница, в конце концов. Сколько ж ты таких бумаг выдал? Сколько просили, да? Ну, а мне вот даже сам предлагаешь. А то иначе как я буду жить на свете, да? Ну, а такую бумагу, чтобы дождь пошел, можешь? Или снег, допустим. Можешь? Или чтобы понедельник стал вторником, можешь? А? Не можешь. Ты ведь не хочешь менять фамилию. И тогда не хотела, когда пришли вдвоем. Посвятить тебе в одну тайну. Я чернокнижник, провидец, прорицатель, пророк. Ну, а кроме того, я ем бумагу.
Я ее грызу, я ее пережевываю. Вкусно ли это? Во всяком случае, очень сытно. Я знаю о бумаге столько всего, никому не в намек, например, что она может умереть и может воскреснуть. У нее бывают светлые дни и черные. Она кричит, как базарная торговка. Может просто ударить, может искалечить, избить. Она бывает снисходительной, даже доброй. Но бумага никогда не забывает зла. Никогда. Я все забуду. Ты все забудешь. Человечество забудет, а она нет. Так благословить эту память бумаги или проклясть. Так почему ты не хочешь менять фамилию? Ладно, молчу. И все. Ни одного вопроса больше, это я тебе обещаю. И вот война. Сейчас не все помню. Только пожары и что всегда хотела есть. Однажды очнулась на мостовой. Кто-то шлепал меня по щекам. Какой-то немец. Человек в форме немецкого офицера. Я заплакала, а он поднял меня, улыбнулся. Сказал, что я его дочь, и отвел к своей матери, к маме Ашхен. Еще знаешь, что помню? Одна пуговица у него на ниточке болталась. Мне было 6 лет. Сегодня ведь 4-е, это было 4 июля. Так значит, он был немец? Нет. А ты сказала немец? Я сказала, меня поднял человек в форме немецкого офицера. Непонятно. И мне уже 25 лет, непонятно. И мама Ашхен умерла, так не поняв ничего. Умерла? Да. 2 года назад. Ты у нее жила? Потом уже. Сначала меня отправили. В детдом один отправили. Как это? Почему? А кто знает почему? Потому. Но все-таки. Ей-богу, наивный ты. Кто он был, сын мамы Ашхен, который меня спас? Довольно. Довольно. Довольно этих историй. Сегодня твой день рождения, нет? Мы идем праздновать твой день рождения. Слышишь, мы во что бы ты ни стал отпразднуем твой день рождения. Слушайте! Вы слышите? Мы идем праздновать день рождения, Анаит! Спокойной ночи! Давай, ух. Друг, стой, стой, остановись. Анаит, вот тут, рядышком кафе. Наплевать, что поздно, мы как-нибудь туда просочимся. Славное такое уютное кафе. Вот здесь, рядышком. Закажем много всего и будем пировать. Стой. Прыгай, прыгай. Стой здесь мирно. Я сейчас вернусь. Да, ничего не поделаешь. Ереванов взгрустнулся. Все закрыто и все забито. А мы пойдем с тобой в гости. В гости? Ну да. Вот видишь эти дома, тут всюду живут мои близкие друзья, можно сказать, родные люди. Поздно уже. Ну что ты, это знаешь, какие друзья, узнаешь, что мы были с тобой рядом, не зашли, обидеться на всю жизнь. Нет, уж обязательно пойдем. А вот тут живет наш министр, с него и начнем. Душа человек. Агар антор кюшрази бедаст эра деламара бехайлы хендуиш бахшам Самарканда Бухарара. Ради родинки смуглой одной и одного благосклонного взгляда я отдам Самарканд с Бухарой и в придачу богатства Багдада. Хафиз! А вот и мы. Здравствуйте, добрый вечер. Входи, Наид, входи. Слышишь, музыка, боже мой, как ты вырос, взрослый стал. Идем.
Добрый вечер. Как поживаете? Очень жарко, да? Ничего не беспокойтесь. Сегодня действительно такая жара кругом. Послушайте, а кто вы? Гости, гости. Что, не ждали? А кому вы пришли? Она хозяева есть. Уехали, а Карик вернется только утром. Как, разве ты не Карик? Нет, я сторожу их квартиру. Смотри-ка, не Карик, а похож на Карика. Анаит, иди сюда, смелее, иди сюда. За этим столиком мы, пожалуй, все не поместимся. Давай переносить. Бери пирожное и фрукты. Фрукты, боже мой, какие фрукты едят в этом доме. Зимой землянику, летом ананасы. Садитесь, садитесь. Кстати, молодые люди, что это вы стережете квартиру и в полной темноте? Свет, свет и свобода. О, храбрый Спартак. Ага, вот выключатель. Ага. Так, вот это другое дело. Садитесь. Да, да. Ух ты, мой друг Ворос. Я пришел... А он уехал. Жалеть, дорогой, будешь? Это не хозяин, это дед. Что-что? Дед. Возможно. Значит, твой дедушка? Не мой дедушка. Как не твой дедушка? Лоб, волосы, обаяние, губы, улыбка. Все твое. Ты со мной не спорь, дорогой. Садитесь. Садитесь, Наид. И вы садитесь. Сегодня день рождения Наид. Будем праздновать. Выпьем за ее здоровье, за мое здоровье, за твое здоровье, за здоровье прелестной девушки. Нет, лучше уж я пойду. Куда, Хнарик, не пущу? Да кто вы такие? Люди, мы армяне, христиане. А ну-ка, садитесь-ка. Здесь Карик, а там Кнарик. И держу ее покрепче, чтобы не убежал. Ты посмотри, как он похож на дедушку. Главное, такой же веселый парень. Дорогой мой, выпьем за здоровье новорожденный. Ваше счастье, братцы, что вы не родились шестилетними, семилетними, восьмилетними. Но сегодня не об этом речь. Я не буду говорить ни о вас, ни о нем, ни о ней, ни о себе. Я хочу говорить о всех нас вместе. О нашем сердце, которое всемогущий Творец. Мать природа наделила одним чудесным свойством. Безотказно принимать в себя все, в виду счастья, и все выдерживать. Ага. Вот сейчас, сию минуту, в Париже человек обанкротился. Дай бог ему выпутаться. Человек все-таки. А в Чите умер отец семейства. Пусть земля ему будет пухом. В Саратове молодой инженер получил квартиру. Поздравим его. В Прайде сейчас укладывается спать смертельно усталый человек. Доброй ему ночи. Ешь, Анаит. Вот сейчас где-то в Японии снова большое землетрясение. Говорят, японцы привыкли к землетрясению. Что-то я не верю в это. Сейчас один римлянин схватился за голову и говорит: если это правда, то я пропал. Что же там произошло? Сила лор. И именно в эту самую минуту число жителей увеличилось на 4 человека. Колхозница Сируш Танунц родила 4 девочек. Интересно, что по этому поводу думает счастливый отец? А минуту назад во Вьетнаме на разрушенный дом упала еще одна бомба. Не проснется ли от взрыва людская совесть? А в Тегеране в эту минуту маленький школьник узнал, что если у него есть 5 яблок, и все 5 яблок у него отнимут, то он останется ни с чем. Невелика наша старушка Земля. Всего 6370 километров в радиусе, 12740 в диаметре, 510 миллионов квадратных километров общая площадь с населением 3 миллиарда человек. И каждую минуту тысячи рождается. И тысячи умирает, любит, ненавидит, совершает беспримерные подвиги и величайшие мерзости. Ты когда-нибудь думал об этом? Только делай, что думаю. Ага. Еще гости. Ага. Кого там принесло? Поздно уже. Пойдем. Да-да, идем.
Собственно, ничего. Я просто хотел узнать, это только у меня или во всем доме? Извините, что покидаем вас, но поздно, пора спать. Будьте счастливы, женитесь, рожайте детей, внуков и так далее. От одних гостей избавились, другие в дверь, да? Все, конец. Кнарик, ты куда? Ухожу. Ты что, смеешься? Я в этом доме не останусь. Нет, подожди, давай поговорим серьезно. Ты меня обманул. Как обманул? Почему обманул? Я тебя правда люблю. Знаешь, как сказал, люблю? Что никого не будет, а здесь эти люди, это человек. Какой он человек? Был бы человеком, разве вломился бы в чужой дом? Разве погубил бы чужое счастье? Кнарик. Клянусь, папа, я обижусь. Слышишь? Не слышу. А завтра? Что? Что? Завтра? Ну что завтра? Ну завтра. Как фамилия человека, который спас тебя? Ну того, в немецкой форме. М? А что? Запало в душу? А ты не подпускаешь к себе. Хорошо, я тебе его назову. Ваграм Рштуни. Только тебе одному, понимаешь? И знаешь, он жив. Он в Париже, но он жив. Ваграм Рштуни в немецкой форме? И ты за столько лет не выяснила, кто он, что он. Ведь есть же газет, радио. Но это мое дело. И все, и довольно. Не подпускаешь ты к себе. Почему? Почему? А как бы ты хотела, чтобы я тебя подпустила? Позвала к себе домой? Забудь мои советы. Не выходи за него. За этого отличного парня. А за кого мне выйти? За тебя? Послушай. Спокойной ночи. Ваграм Рштуни. Ваграм Рштуни. Скажи, скажи, вот он ее удочерил. Понятно, понял. В Париже живет. Ага, да, да, да. Скажи, спасибо. Скажи, приемная дочь. Все, что надо, сказал. Ну что же ты? Так вот, Рштуни. Живет в Париже, но никогда оттуда не выезжал. Так что не тот. Вот тебе и полная уверенность твоей знакомой. А впрочем, и обо мне ведь сообщали кое-что с уверенностью. Словом, в Париже его однофамилец. А вообще-то,
Не думаю, что его нужно искать за рубежом. Был наш офицер Ваграм Раштуни. Он бежал из плена в начале 43-го и сражался в районе Ростова в партизанском отряде некоего Самбатяна. Подожди, а есть какие-нибудь сведения об этом Самбатяне? Еще не узнавал. Так, может быть, ты попробуешь узнать через комитет ветеранов? Там, наверное, что-нибудь известно. Я говорю, может, в комитет съездим? Да, я уже условился, в 5 часов еду. Угу. Ну, хорошо, буду ждать в любом случае. Норик! Норик! Прошу вас сказать несколько... Аво! Слушай, где ты пропадаешь? С утра тебя ищем, дома еще не были. В Тбилиси, в аэропорту торчали. Ага, ну, понимаете, нет, выжили-то. Мы учились, а мы здесь сидим и мед пьем. Ты в следующий раз кого-нибудь другого. Стой, куда? Ты ему бумаги. Ну, отойдем бумаги. В сторонку. Вот, забирай свои бумаги. Борис Соколов в Центральном архиве. Ну, что там? Насчет Ваграма Раштуни. Или ну, как там его? У, ребят, вот за это большое спасибо. Ну, тогда идите спать. Большой объем работы по обеспечению сохранности документальных материалов. Созданию Армен, страхового фонда. Армен, 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 тебя спрашивает какая-то женщина. Уезжаю, говорит, попрощаться надо. Иду. А что за женщина? А, да, что почему ты им денег не даешь? Иди. О, это ты, мать? Здравствуй, здравствуй. Ты насчет пенсии, да? А что, ничего не вышло, сынок? Ну почему не вышло? Пойдем-ка со мной. А что с этим несчастьем делать? А это несчастье мы возьмем с собой. А, пойдем, мать, а то, знаешь, у меня ни минуты. Думаю, пойду с человеком попрощаюсь, а как же? Сейчас мы с тобой еще раз позвоним. Осторожно, старая, а то здесь ступеньки, развалишься. Раз, два, вот так. Иди, садись, я сейчас. Гарик, дай телефон, пожалуйста. Да. Спасибо. В раму, пожалуйста. Ничего, я подожду. Спасибо. В раму, это я. Да-да, Армен. Ну, как там наши дела? Ага, а как, уже есть решение? Ну, спасибо тебе огромное. Да-да, я позвоню. Будь здоров. Ну, мать, все в порядке. Вот сейчас узнал. Будешь получать пенсию. Давай-ка выйдем отсюда. Идем. Еще 5 дней можешь тут пожить? Есть у кого? Есть у свекрови. Как? Свекровь еще жива? Да, да, нас с тобой переживет. Ну, дай ей бог здоровья. Все поняла? Рубен, остановись за углом, я сейчас. Давай скорее. Да-да, иду. Я побежал, мать. Через 3 дня будет готова пенсионная книжка. Заходи. Будь здорова. Спасибо тебе, сынок. Храни бог. Ну, что-нибудь узнал? Да, узнал. Здорово, Карен. Самбатян Айктат Иосович живет в Ереване, давно на пенсии, но через день работает в юридической консультации. Естественно, я узнал его адрес, был у него, говорил с ними, и у меня сложилось впечатление... Какое? Как тебе сказать? Из него трудно будет что-нибудь вытянуть. Но наверняка он знает Раштуни, потому что он прямо-таки взбесился, когда понял, о ком разговор. А может, с ним впрямую нельзя. И знаешь что? Он странный человек. Неужели, говорю, трудно ответить на вопрос? Ничего, говорит, трудного, не обязан я. И вообще, говорит, я на своем веку сделал столько, что дай бог всякому. А потом как грохнет дверью. Может, отложим этот разговор? Ничего спешного, да вечером обсудим. Ты. А сейчас мне пора, братцы. Да, да, да. Я же опаздываю. Вот тебе его телефонный, домашний и служебный. Правда, не думаю, что тебе повезет больше, чем мне, но если вдруг он согласится на встречу, дай знать. Ну, поехали, Рубен. Так приходи обедать. Рубен, я же опаздываю. Ну, поехали, я прошу тебя, поехали. Давай, давай. Направо во двор, наверх в зал, пожалуйста. Список нашей делегации. Угу. Набери-ка. 6-6-8-7-45. Направо во двор, наверх в зал. Не через помню. Двор направо в зал. Ну, товарищ Самбатяна. Товарищ Самбатяна. Сию минуту. На. Он? Да-да. Алло, я слушаю. Слушаю. Слушайте, товарищ, я не Суджухьян, я Семерджан. Я вам вправлю мозги за такие фокусы. Давай, давай, вправляй. Алло! Кого просили меня? Алло! Черт,
Интересно. Направо во двор, вверх в зал. Направо во двор. Сурик, Сурик, на минуту. Да? Возьми мою машину и поезжай. Бывал когда-нибудь юридической консультации, знаешь? На улице Лавердяна. Совершенно верно. Найдешь Гайка Самбатяна. Самбатяна. Вручишь ему этот билет, ему лично, и извинись, что поздно прислали. Одним словом, дай понять, что без него симпозиум на грани провала, закрытия. Будьте добры, ваш пригласительный билет. Пожалуйста. Направо во двор, дверь в зал. Благодарю. Угу. Восьмой. Уже здесь. Отдай директору, это срочно. Да-да. Простите, ваш пригласительный билет. Проверяете у каждой двери? Лучше бы вовремя билеты расслали. Извините, у нас произошла небольшая путаница. Прошу вас, товарищ Самбатян. Что? Проходите. Прошу вас. Эти тоже передали? Да, да, да. Извините. Здравствуйте. That the life of such bits of paper might be long. I do not want to speak about economists who swarm like flies in archives on such days when within any country political and economic changes are taking place. We again offer them illegible pages. Как говорится, не добром, так мечом. Напрасно, молодые люди. Совершенно напрасно. А за сим всего вам лучшего. Но я действительно хочу показать вам одну бумагу. Не мешало бы спросить, хочу ли я видеть эту бумагу. Ой, совершенно не важно. Смотри, что он делает. Подожди. А? Прошу. Угу. Он бежал из плена в 43-м. Это он так говорил. Мы, естественно, не поверили. Не было доказательств. Да и рассказам его не верилось. Мол, 400 военнопленных вывел из концлагеря и даже убил генерала Неринга. Действительно был такой генерал, шеф карательных отрядов. В каком месяце это было? Не помню, в каком. Трудная обстановка у нас сложилась. Откровенно говоря, нам было не до него. Но, тем не менее, мы проверили, запросили. Ростовское подполье ответило, генерал Неринг жив-здоров и временно отбыл в Берлин. Что было делать? Мы расстреляли Рштуни. Вот вам и все. Я свободен. На каком фронте воевали? В тылу. В тылу у немцев. Разведчик? А инициалы этого Неринга вы не помните? Нет, не помню. Не помните, обидно. Одну минуту. Геворг мне. Это было в июне, не помните? Возможно, в июне. Геворг, срочно отправь запрос в московский архив. Вы напрасно себя утруждаете, дорогой генерал. Мой. Генерал Неринг был действительно убит. Но мы об этом узнали полгода спустя. Не знаю, по какой причине, но это скрывалось немцами. Да-да, произошла страшная ошибка.
Бывает. Георг, ничего не нужно. Да. Ладно. Извините, что потревожили. Ничего, ничего. До свидания. До свидания. До свидания. Стало вам хоть немного легче? Сбросили такой груз. Что это значит? Если вы думаете, что я хотел оправдаться, выкиньте это из головы. А вот интересно, что бы вы сделали? Доведись вам стоять на моем месте, расстрелять одного или загубить всех своих? Я-то считал его изменником. А вы еще про какой-то груз. Вас бы туда в то время такого доброго, чуткого. И я бы расстрелял. Да-да, не удивляйтесь. А я не мог бы. Но ведь не о том речь, Рубен, дорогой, мог бы, не мог бы. Может, я тоже сделал бы это. Возможно, и проверять бы не стал. Но как он молчал столько лет, как он выдержал? Как вы могли молчать? Как у вас сердце не зашло кровью? Как вы не помешались? А кому я должен был рассказать? Хотя бы той девушке, которую вы испортили биографию. Которая не может понять, как же носить его фамилию, с гордостью или стыдиться ее. Которая не понимает, кто же спас ее, в конце концов, герой или предатель. Почему молчали? Кто она вам? Да не все ли равно? Кто она ему? Это действительно все равно. Слушайте, вы хоть теперь попросите у нее прощения. Карен, дорогой, какое же там прощение? На ногу он ей наступил, что ли? Послушайте, у вас масса заслуг. Вы прошли всю войну, наверное, были героем. Не трусьте же и теперь. Оставайтесь героем. Пойдемте к ней. Посмотрите ей в глаза и скажите. Замечательная у тебя фамилия. Гордись, пой, танцуй. Вот сейчас прямо и пойдем. Я вас очень прошу. Отпустите меня. Я хочу уйти. Открой. А может, пусть напишет? Открой. Сейчас же выпрямись. Ну. Ага, вот так. Вот так. Убери руку. Пусти, Карен. Голову подержи. Ага, вот так. Не надо. Не надо, не надо. И что? Ну что, что? Чего ты копаешься? Да чего ты докопался, а? Ты посмотри, на тебя лица нет. Кому нужна эта старая история? У каждого свои дела, свои заботы, свое счастье, несчастье. Карен, отложи речь, ладно? Вот я сидел и смотрел, как ты душу из человека выматываешь. Я тебе больше скажу. Можно понять человека, если он сказал себе, выкину это из памяти, вернуть ничего нельзя, не буду вспоминать, понимаешь? А, Асмик, да, это я. Нет, нет, обедайте без меня, я задержусь немного. Да ничего особенного, ничего, нет. Да, Рубену нехорошо стало. Угу. Ладно, ладно. Ладно, я еще позвоню, да-да. Угу. А насчет близких Ваарам Раштуны, так я тебе и про это скажу. Знаешь, лучше им было ничего не знать, чем узнать такое и теперь до конца жизни помнить и мучиться. И вообще я иногда думаю, сжечь бы эту память, отвергнуть, взорвать, что ли.
Смеетесь. Прекрасно, большое спасибо. Но только веселее смейтесь, громче. Моя сегодня свадьба. А вот вы скрываете свою радость, не нужно. Радуйтесь широко, радуйтесь открыто. Веселитесь, пляшите. Посмотрите, как я буду плясать. Карен, иди сюда. Карен, Карен. Мою невесту уже видели. Я архивариус. Послушайте, послушайте, отложите речь. Сегодня моя свадьба. Прошу вас, ради бога, пожалуйста. Я хочу идти, выпустите меня. Хорошо, хорошо, я открою дверь, пожалуйста. Сегодня моя свадьба, прошу вас. А у нас вот кто. Посмотрите. Узнаете? Вспомнили? Баграм. Вспомнили? Баграм. Баграм. Раштуни. 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 Баграм. Вспомнил. Хорошо. Ну как хорошо. Мир. 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 Не подпущу, отойди! Не оставляйте меня одну! Не оставляйте меня одну! Какая ерунда. Карен. Карен. Ну что? Какой сердитый. Оставайся тут. Будешь работать в архиве. Это ты так остынешь, да? Нет. Ты знаешь, холодный душ в таких случаях помогает. Нет, правда. В городе жарко, душно, а здесь тихо, прохладно. Как раз по тебе место. Рубен, он явно свихнулся. Его надо связать. Ты меня уже однажды связывал, а я вот, видишь, хожу. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Телеграмма из Москвы. А? Да. Эх, ребята, ребята. Был уверен, что со мной уже это не случится. А случилось. Ну, давайте. Острите, издевайтесь. Ну, только чтобы все сразу. Недаром же говорят. Кого минует 20, того настигнет 70, стороной не обойдет. Влюбился я. Жаль, замуж выходит. А может, к лучшему. Иди-ка сюда. Ну, иди. Ну что? Ближе, ближе. Иди, иди. Что-то скажу. Ну-ну. Ну вот, слушай. Ну, брось, Рубен, что ты не брыкайся. Ну? Слышишь меня? Ну? Ты мне еще понухай. Ну? Сию минуту мы втроем едем к Анаите. Подожди, Карен, не мешай мне. И не уйдем от нее, пока ты не условишься насчет дня свадьбы. Это тоже мужское дело, между прочим. Словом, давай женись, и все. Вставай, едем. Thank you.
Дамы и господа, товарищи, суммируя итоги симпозиума, нельзя не сказать о том, что он еще раз показал, насколько ответственно дело, которому посвятили себя мы, работники архивов. Завтра мы должны будем проститься. Давайте же пожелаем друг другу больших успехов в работе и новых творческих встреч. За ваше здоровье, за ваше счастье. Загрузи. Никогда не забывайте. За грузин еще не пили. Да-да. Наш вечно юный город Ереван. Стоять себя уплетает шашлык. Помогли бы лучше. Давай, неси, улыбайся. Армянский шашлык. Алло. Скоро приду. Нет, нет, не спи, пожалуйста. Товарищ Абрамян, что раньше, кофе или мороженое? Что? Что раньше, кофе или мороженое? Угу. Угу. Скоро я приду домой. Скоро я приду домой. Армен, дорогой мой, это сон, это упоительно. Ну как вы все устроили? Такого симпозиума никогда не было. Это мечта, это фантастика. Я так счастлива. Вера. Только бы не было войны. Причем тут война? Никаких Пойдем? Войн. Ну, слушайте, почему вы со мной не танцуете? Ну, ну пойдемте, пойдемте. Танцевать, танцевать. Карен, а ну-ка, влазь в штаны и спускайся. Карен, доктор Карен, влазь в штаны и живо вниз. Рубена возьмешь с собой и подождет меня на улице, слышишь? Вот тупой человек, да Рубену как раз это и нужно, ведь ты же вроде психолог, доктор наук или профессор, что ли? Ты сам. Ты сам. Нет, нет, ты помолчи, я вместо тебя скажу. Спать нужно 8 часов, покупки к Новому году делать летом, нужно беречь нервные клетки, а главное мыть фрукты, так? Да, да, я грызу бумагу, я бумажная крыса, да, да, да. И чтоб шампанское было! Ну вот, наконец явился. Видели его? На собственную свадьбу опоздал. Смотри, ты опять опоздал. Что нам делать? Приехала. Друзья мои, это Анаит. Выходи, выходи. Рубен, ты здесь? И уже давно. Добрый вечер. Ничего себе вечер. Ну хорошо, доброй ночи. Ты не можешь, чтобы не опоздать. Ну прости меня, будь милым, любезным. Ведь сегодня моя свадьба. Анаит, познакомься с ними. А вы Рубен? Познакомься с ними. А вы Карен? Да, вы двое. Я вас обоих знаю. И очень благодарна. Ну, ты что? Их не балуй, Анаит. Смотри, ты командуешь. Будьте с ним осторожны. Быстрее, быстрее, ну быстрее. Ты на него не кричи. Он у нас, знаешь, какой важный. Король, просто король. Важный, важный. Слушай, я с утра пью сегодня. Ну так это замечательно. Значит, будешь хорошо петь. А что тебе спеть, брат? А, тебя надо учить, да? Пароходов арикенак мангалу, силу я жанхору рту не в гестану. Нет, 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 постой, постой, не то, не то. Астерага шо-шо. Нет, нет, нет. Да, 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 вот это, вот это. Молодец, умница, умница. Рубен, сейчас будем пить, и пусть мне никто не говорит, что по ночам люди спят. Правильно. Выпьем.
Выпьем, Рубен. С удовольствием. Чтобы все было хорошо. Непременно, Армен. Чтобы мы были счастливы, чтобы мы были вместе, понимаешь, всегда вместе. Твое выпьем, здоровье. Дорогой Рубен. Ваше здоровье, Анаит, Карен. Выпинулись, друзья. Einer war nie zum Morgen azir, war der Söser am Ayin. Gacht nicht mehr, tschas azir, war im Anayin. Che war jetzt, jetzt der Umel, tanza wie mehr. Anker Zerdov, Asumei, Zirochoske. Kënkë shoren, shoju me i Konur kvar se rëbim se Inq voliner, pat mu me i Inq imana i Рубен, ты понимаешь меня? Рубен, ты понимаешь меня? Да, да. Анте сердов асумей Сирохоске Кенкэ шорен шойомей Конур квар серебим сер Инч волинер патмумей Инч иманай Айнор ванит свор кенацир Кенкэ шаде датнацер Завикнер дзеркерис Техребен Сиениста, якарнаи, кескасеи. Сиру царвац, уджемхоц. Танцевать! 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 Я сейчас, Анаит. Карен, танцуй вместо меня. Да чего ты довел себя? Так разве можно, сынок? Плохо тебе, вижу, плохо. Хорошо, хорошо. Лечь тебе надо, лечь. Иди ложись. Хочешь, отведу. Ну, что ты выдумываешь? Я не к тому, что ты пьяный. Отдохнуть тебе надо. Да-да, сынок, плохо да тебе. Что ты, мать, ох, как мне плохо. Хорошо. Мне хорошо. Посмотри, моя невеста танцует. Дай ей, видишь? Бог, дай ей Бог. Все хорошо. Плохо тебе, ох, как плохо. Да я в порядке. Видишь? Пошла. Да сохранит тебя Господь, сынок. Пойдем. Пойдем. Берегись!
Hosker, Imser, Imser. Arshalusin kabereyi, kezantara mehakre. Sırtit korkum katobneyi, cer acin çevke. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Доброе утро. Анаит, пойди к поцелуй Карена. От меня поцелуй. Анаит, знаешь что? Который теперь час? 6. Я провожу ребят и приду. Хорошо? Через 5 минут приду. Хорошо? Хорошо. Анаит, стой. Ау. Спокойной ночи. Да, жаль девушку. Вот первый раз не стану с тобой спорить. Карен, а помнишь, как мы провожали Асмик? Ну что ж, поехали. Тарани-дама-ти-дама-ни-дама-ни-дама. Акт о сдаче. Появились на свет, покинули сей мир. Родились тогда-то, умерли тогда-то. Родились тогда-то, умерли тогда-то. Но от того, что было в промежутке, увы, увы, не сактируешь, а? Может, отложим? Я вас оставлю. Что-что? Это я вас оставлю. Если запутаетесь, звоните в Институт истории. Thank you.
ничего, Рубен. Ты слышал, что сказал Карен? Жечь, взорвать, потерять, отвергнуть память. Очень соблазнительно. Я бы тоже хотел отвергнуть эти теснящиеся на полках факты. Это вместилище голой правды. Гибель Ваграма. Невиновность и вину Сумбатяна. А Наид с ее биографией, думаешь, мне не хочется все это забыть? Пусть меня кто-нибудь научит, как забыть и не потерять. Я забуду. Одно мгновение, и нас не будет. Но будут другие. Пороются они в наших пожелтевших бумагах, и все, что мы хотели забыть, и все, что мы хотим помнить, найдут в этих папках. И они поймут нас. Наши ошибки, наши заблуждения. И простят нас. А может быть... Рубен, я тебе что-то говорил, дай мне досказать. Что творится? Я не понимаю, что творится? Почему грохот? Почему огонь? Из-за тебя. Зачем ты сжег ту бумагу? Я? Я никогда не сжигал ни одной бумаги! Нет, это нельзя понять. Это не может быть, это сон. Рубен, это сон? Я хочу проснуться. Рубен, сделай что-нибудь, я хочу проснуться! Я должен был, по совести должен был. Сыра, докторской колбасы, кофе, сливки. Что-то было еще. Не было. Нет, что-то было. Значит, молоко, масло. А что потом? Ну что? Картошка. А, да. Пошел. Я уже ушел. Ушел. Меня уже здесь нет. Иди, иди. Иду. Иду, иду. Сейчас пойду я в магазин, куплю картошки много. Куплю, куплю.
Запоздалый некролог. Рштуни Ваграм Григорьевич. Запоздалый некролог. Рштуни Ваграм Григорьевич. Не балуйтесь, мальчики, не балуйтесь. Не балуйтесь. Руки вверх, дядя. Дядя, руки вверх, тебе говорят. Бум! Ты убит, дядя. Я сейчас. Ну-ка, дойди отсюда. С врачом скорой помощи. Вот вода, вода вот. Давайте. Дайте воздух. Позвольте, позвольте, позвольте. Дай посмотреть, что тут. Ну что, умер? Ох, это ж надо.